В Дагестанском гуманитарном институте отметили 75-летие Шамиля Мухидинова. Шамиль Магомедович – заслуженный педагог, автор многих книг и статей. В институте Мухидинов преподает арабский и английский языки и работает старшим преподавателем на кафедре арабского языка. Кроме того, он занимается и нравственным воспитанием студентов. Поздравить Мухидинова пришли руководство института, представители духовенства Хунзахского района и студенты. Конференция посвящена нашему великому сыну города. Тот сын кафедры арабского языка, один из лучших учителей Дагестана, России и Хунзахского района, который знает заслуженный человек по английскому, арабскому, аварскому языку. У него есть несколько книг, которые он выбрал, 20 с лишним книг, которые учат наших детей, наше будущее поколение, как красиво жить на этом свете.